не прочь. Сейчас вы дурочку дают. Ректор портит всю малину, ну а мы про Украину. А вы знаете, что Украина и Россия это как две бутылки минеральной воды. Только одна с газом, а другая без. А будешь в сторонке будет? Сейчас на бабу будет. Сейчас море будет. Политические новости. На недавней двадцатке в Лондоне произошла встреча предгалстуков Барака Обамы и Дмитрия Анатольевича Медведева. Мы имеем эксклюзивную запись. Смотрим. Кто там в этом? Устроил погром, пробил сюда плату и избил меня.
Но я его не выгнала, потому что сок любимый. Являются колготки сети. Колготки сети качественно надежны. Колготки сети для тех, у кого сети, уже там, где колготки. На недавнем светском рауте Ксения Собчак, кстати, вот и она. Будет спорт у нас в почете, спим на лавках на зачете. Новости спорта. Недавно воры, проникшие в квартиру Кличко, вынесли все. Страх, побои, унижение. Неизвестный напал на Валуева. Камера скрытого наблюдения стояла. Наш канал смотрит, смотрим. Чё хотел, пиццу сидящий мальчик? Сейчас ей на голову. Чувствуйте дальше скороводы, а у нас прогноз погоды. Наконец-то наступил месяц дурака. Команда «Руки прочь» озабочена падением рождаемости и составила свою демографическую карту. Движется циклон Аиста с востока. Там на них открыта охота. Поэтому многие до нас не долетают. Из-за финансового кризиса Китай увеличил экспорт капусты в Европу. Это повлекло за собой прирост населения в Германии и во Франции. А в Голландии снова парады. Спонсором прогноза погоды является компания по производству контрацепции «Брон». «Брон, ты меня не трой!» Но и в завершении хотелось бы сказать, что спонсором нашего выпуска новостей является компания по производству контрацепции «Золотое руно». Хочешь быть защищен на все 100? Покупай «Золотое руно».